Елизавета Демьянчук, будущая выпускница Брестского храма Терпсихоры, сегодня оттачивает очередные танцевальные па. На греческий конкурс юная участница поехала, имея богатую хореографическую лексику. Об эмоциях и впечатлениях от фестиваля говорит с восхищением, впрочем, как и ее коллега по танцевальному классу Даниил Мамайко. Красота природы и организация творческого состязания стали для ребят незабываемым приключением. Однако в первую очередь победители вспомнили о своих наставниках, благодаря которым они оказались на родине греческих мифов и хореографическом олимпе этой страны. Учителя тоже волновались, не меньше нас. Особенно было волнительно, когда мы первый раз начали танцевать. Было очень много разных помарок, но все-таки мы это сделали. Мы завоевали первое место. Вот твоя первая эмоция, когда ты узнала о победе? Радость, восторг. Преподаватели нам всегда помогали, говорили, что мы неправильно делаем. Если мы что-то вот много человек неправильно делал, мы это все движение повторяли и повторяли, пока у нас не получится. И так мы сделали, вот, красивый танец у нас получился, и поэтому мы завоевали первое место. Кроме двухнедельных ежедневных тренировок, а также воли к победе, немалую роль в завоевании золота сыграл и внешний вид брестских конкурсантов. Костюмы для танцевальных композиций делали на заказ театральных мастерских Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Тканые юбки, вышитые рубахи и фартушки, созданные на спецоборудовании, получились по-настоящему аутентичными, полностью завершая образ и номер танцевальных композиций, представленных на фестивале. Мы стараемся, конечно, показать на фестивалях, естественно, культуру Беларуси. Поэтому мы стараемся вести белорусскую программу, белорусские танцы. Мы танцевали бульба, танец. Берестейские замалеки есть у нас такой танец, который отображает трудовые процессы. Борьба была серьезная, участников было очень много. Россия, Украина. Дети очень переживали, но у нас получилось. Вы верили в победу? Конечно, конечно, конечно. Мы всегда верим в победу и настраиваем так детей, что мы должны быть лучшими. Сегодня в хореографической школе имени Погодина полным ходом идет подготовка к еще одному грандиозному событию. На этот раз в родном Бресте. Речь идет о дне города, на котором около 200 детей со всех учреждений образования областного центра станцуют зажигательный танец, который обязательно запомнится брещанам и гостям города надолго.